Это лайф, это прямой эфир. Вот у нас новости из Сирии приходят. Российские ВКС ударили по объектам ИГИЛ близ Дейр-эз-Зора. Наши бомбардировщики уничтожили несколько складов оружия, запрещенной группировки и два пункта их управления. Снаряды сбросили на юго-западном, восточном и северо-восточном направлениях. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Шесть дальних самолетов Ту-22М3 вылетели с аэродрома в России. На боевиков сбросили осколочно-фугасные снаряды. Ракетоносцы прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С. Сюда поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим. В результате атаки экстремисты лишились тяжелой техники, двух танков, четырех боевых машин пехоты и автомобилей с крупнокалиберным оружием. Также ВКС ликвидировали много террористов. Все летчики целы и невредимы. Самолеты успешно вернулись на свои базы.